Лара права. Планомерно на протяжении 22 лет дебилизовали общество низкопробными сериалами, пошлым юмором, домом 2-3-4 часами ненависти к Украине и к Западу. Да, действительно было так. Одурманивание общества приводит к тому, что ненависть оказывается заразительной. Ненависть же очень примитивное чувство, очень легкое. Это как спичку бросил, и сток сена загорелся.